5 и 2 1 0 3. Несколько высококлассных проституток начали войну за территорию. Были выставлены. Преступницы вооружены и опасны. Вы это слышали? Проститутки начали войну за территорию. Здесь меня фрап начал подлагивать. Войну за территорию. Какой ужас. Уже проститутки здесь объявляют войну за территорию. Куда катится мир? Не знаю даже, что они там отбить хотели. Может, там место, где можно стоять, или, не знаю, какого-нибудь сутенера. Специально там, не знаю, пафосного, который находит клиентов получше. Или... Ну, я не могу это представить себе. Я даже, если бы даже я бы хотел туда поехать, я бы не поехал, потому что достаточно смешно, что им придется избивать проституток и, не дай бог, не стрелять еще. И остановить войны за территорию. Это мне какой-то Сан-Андреас напоминает. Там тоже эти... с врагами там надо было... свою территорию отбивать, они на карте закрашивают зелененьким, там, сиреневым, желтым. Вот может здесь то же самое, хотя эта игра вышла раньше, значит, может Сан-Андреас украл эту идею. Да не, ну конечно, это шутка. Что-то как-то долгая поездка, но надеюсь, вас поразвлекал немного своими речами. И мы наконец же доехаем. Ох, не знаю, куда мы приехали с вами. Какие-то склады. Ну, пойдемте, зайдемте внутрь, может там будет... бой с Джимми Фу. Да, приключения какие ждут. А, фирма Dynasty Imports. Импортируем грязные товары. Да, сразу же так определил, что это грязные товары. Тихо подобраться к Джимми. О нет, я вспомнил еще один про элемент игры, это стелс. Работаем в духе ниндзюцу. По-моему, если не ошибаюсь, то... Нет, я не ошибаюсь. Тут надо красться, вырубать врагов тихо. И у вас есть несколько снарядов с снотворным. Тут самое, что неудобно, когда вы в приседе, вы движетесь только вперед. То есть, я чуть не попался. Зато, если вы со спины подобрались, тогда вы... врубайте на удар, как я вот сейчас сделал. Не заметил? О, этот заметил меня. Но, похоже, не поднял тревогу, слава богу. А то пришлось бы переигрывать сейчас. Ну, хотя, дело житейское. Прошли мы не так много. Я его сейчас шлёп, и все. Чё-то как-то скучновато стало. Все спинами стоят. Стекла слишком очевидные, как бы, я не знаю, стараюсь как-то красться, но похоже, что если я просто нажал бы вперед, то ничего бы не поменялось. Вон нам туда, на зеленочку, к зеленой стрелочке. Кто-то еще. Ну это вообще очень большой недостаток игры, он считает, что встал перед вырубленным товарищем и даже его не заметил. Все. 4 врага на уровне и то, которые не замечают друг друга. А, 5. Вот с этим, я не знаю, как я его вырубил, я без понятия. Просто нажимал на удар. Твое призвание, супершпион. Это, наверное, просто миссия такая. Надеюсь, дальше будет посложнее. Что-то тут подозрительно тихо. Ну вот, как ты старался, можно было с самого начала, по-моему, стрелять. Ну, сейчас мы постреляем. Скажу, что я еще не привык ко всем кнопкам. Тут как-то можно прятаться за укрытие. Я не умею выглядывать, поэтому я решил просто аккуратненько по старинке выходить немножко и это... Ух ты! Так, тут я не заметил, кто по мне палит, это с балкона. Ух ты, гад. Получай. Как же вы орете все. Вот, я тут подхватил УЗИшку. Убийство врагов стало однозначно проще.
гад. Так, балконы. Надо следить за балконами. Это что у нас? Аптечка. Обожаю аптечки. Обожаю игры там, где есть уровень жизни. Так как сейчас в моду вошло то, что отсиделся за укрытием, идешь дальше. Нет, я люблю, когда есть там 100% жизни, и ты должен их экономить как-то там. Потом искать аптечки. Может быть, это менее реалистично, то, что тебя ранили, ты на ходу аптечкой смог залечиться. Но это олдскульно. Это клево, ребята. Ну, перестрелочка достаточно скучная. Ну, что могу сказать? На балконах стоят. Главное, аккуратно высовываться. Аккуратно их отстреливать. Я вот тут на кнопки нажимаю не те. В общем, целиться мне не нравится. Надо просто так отстреливать. Как же они орут, о боже мой. Такое ощущение, что я их не убиваю, а... Не выбери, что я с ними делаю. И в какое место. Вот, всех мы... Да ладно, ребята. Я только хотел задать несколько вопросов. Подстрелили. Не стреляй. А, Джимми Фу. Ну, назови мне хотя бы одну стоящую причину этого не делать. Послушай, мне приказали играть жестко. Понимаешь? Заваривается стадок вдвое. Осторожно, снайпер! О, вот этот момент, конечно, жутко нереалистичный, но жутко интересный. Красивый. Мы вернулись от пули снайперской. Кому поставить смертельную дивизию? Так, тут нам надо уворачиваться от снайпера. Вернее, я сначала даже не помню, как тут управлять всем этим. Но в итоге я сообразил, что надо его поджидать на новых точках для стрельбы. Всего их три. Сейчас мы по центру, по слевому его, и потом по центру, сейчас он направо перебежит. В принципе, ничего сложного, все. Миссия тоже не очень сложная. Ну и все, никакого ролика нам не показали, а жаль. Наверное, мы тоже арестовали Фу, и сейчас я хочу показать вам дополнительное патрулирование. Я не знаю, куда мы пойдем. Может быть, в драках немножко улучшим свой скилл, навык. Или пострелять. Ну, лучше, по-моему, стрельбу. Какой-нибудь пистолет бы нам получше, потому что что-то... перестрелки в конце у меня мало жизни осталось. А в драках там быть главное аккуратнее. По-моему, ничего сложного. Внимание, сообщение о преступлении. В вашем районе обнаружена странная машина. Свидетели заявляют, что видели в открытом багажнике розового классического автомобиля мертвое тело. Задержите водителя для допроса. Какое-то задание опять. Ну, туда мы не поедем. На место происшествия, тем более тут далеко. Мы в тир едем. Так, может мы встретим того толстого лысенького копа, который отжигает нифиговые шутки. О, тут можно, оказывается, приблизковый маячок ставить. Неплохо. Так, ну давайте, поселите нас. Чем получим? Гангстер, гангмейстер, ганг покруче всех крутых. Неплохой пистолетик, я думаю, за него стоит потрудиться. Ой-ой, что это такое? Нас стреляют теннисными мячиками. Надо быть осторожным. Так, поскольку не мячиков, по 3 мячика, по-моему, стреляют. Раз, два, три, четыре, пять. На 5, значит. Будем выжидать и отстреливать. Ой, неудачную позицию занял. Ой-ой-ой. Есть, одного убили. Сейчас второго. Тут мы даже не укрывались. Вроде ничего сложного, мы уже скоро дойдем до пистолета. Главное будет вовремя отходить. И быстро стрелять. Метко. Так, кто тут появится-то? Кто? Ой-ой-ой, сверху. Я такого не ожидал. Что-то он помного шариков, мячиков. Быстрее бы за раз, может у него там считается пулемет. Или автомат какой-нибудь. А тут снизу. Нет, это 5. Я тут отчитываю просто.
Так, у меня опять фрапс заглючил. Ой, двое одновременно, это нечестно. Не, ну тут, посмотрите, ну реально был не 5 мяч. Но тем не менее, мы добрались до револьвера. Все он наш. Второй эпизод за... можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока.